Администрация Ленинского городского округа уделяется большое внимание вопросам безопасности жителей. Уже 5 лет на территории муниципалитета функционирует система видеонаблюдения «Безопасный регион». На сегодняшний день подключено более 3000 видеокамер. Основное место установки видеокамер – это массовое скопление людей, социальные объекты и те места, которые победили так называемое голосование «Добродел», которое проходит ежегодно, значит, криминогенные места, которые определяет УВД, и по заявкам граждан в том числе. Население городскому видеонаблюдению относится по-разному. Для кого-то это вторжение в частную жизнь, для других – гарантия безопасности. Жительница города Видное Екатерина считает, что камеры необходимы в общественных местах. Я только за то, чтобы устанавливали камеры, потому что по вечерам здесь постоянно какие-то шоу происходят, очень даже небезопасно. Опасно и страшно, а если камеры будут работать, то я думаю, что это поспособствует безопасности. В 2019 году в рамках комплексного благоустройства камерами видеонаблюдения была оборудована территория у кинотеатра «Искра». По поводу детей, я не знаю, здесь дорога рядом, возможно, там какие-то ситуации, если вдруг, не дай Боже, случается, то, в принципе, это было бы, наверное, хорошо, чтобы как-то разобраться потом в ситуации. Камеры установлены также во многих многоквартирных домах. Решение о размещении устройства принимается на общем собрании собственников. Видеокамера тип 3 ПВН предназначена для фиксации лиц граждан и, так скажем, злоумышленников, входящих в подъезд многоквартирного дома или учреждения. Данная камера монтируется на входной группе в многоквартирный дом на высоте 155-160 сантиметров и предназначена для фиксации лиц граждан. Доступ к видеозаписям имеют только правоохранительные органы. Срок хранения информации составляет 30 суток. Любой человек, либо злоумышленник, который вошел в дом, в любом случае будет зафиксирован данной камерой. И дальше эта информация попадет в руки правоохранительных органов для раскрытия и расследования преступления, либо административного правонарушения. В мае-июне было раскрыто несколько преступлений резонансных, в том числе и похищение ребенка Просторгуева, и нападение около сетевого магазина, ограбление, дерзкое такое ограбление. Ну и на постоянной основе, допустим, сотрудники ГИБДД постоянно используют средства с видеокамеры для расследования характерных там аварий, особенно когда еще скрываются преступники. 79 видеокамер системы «Безопасный регион» установлены на контейнерных площадках и в местах сбора твердых коммунальных отходов. Это позволяет выявлять и устранять навалы и переполнение мусорных контейнеров, а также контролировать качество работы регионального оператора. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.